Всем привет, с вами Танкист, и многие помнят тот стрим, когда дуэль мою и пилота Газа комментировал Крис. Некоторые товарищи спрашивали, вот, вроде как ты обещал его подтянуть, чтобы он научил, там рассказал, подсказал. Вот мне удалось с ним пересечься, опять же на берлоге, и мне удалось с ним полетать в общем ТС, соответственно, с его комментарием. Вырезать я ничего не буду. Что скажу о себе, то, что сделал для себя вывод, что однозначно мне надо еще много тренировать, много элементов изучать, практиковать больше. И надеюсь, что его комментарии еще кому-то помогут осознать, может быть, какие-то моменты, какие-то понятия приобрести о дуэлях и подтянуть свои навыки, так скажем, по пилотированию и в дуэльном жанре. Всем приятного просмотра. Да, кстати, иногда присутствует мат, поэтому сразу предупреждаю, чтобы потом на меня не обижались. Пока побороть эту свою болезнь и недостаток я до конца не могу. Итак, приступим. Потому что вот вся проблема красных, что они всегда атакуют, стараются снизу. На вывешивание атаковать. Ну блин, это стиль синих так заставляет привыкать. Ни хрена, ты не прав. Вот сейчас мы практикуем только с превышением бой ходить. Постоянно сейчас выигрыши, по крайней мере, смертей практически нету, блин, людей уже, как раньше. Вот. И, во-первых, легко мессер догнать. Здесь спорить сложно, но если ты закрутился, он все равно по вертикали уходит. Нет, это уход. И на довисание, вот, допустим, это самое. Что убивает? Пара, второй. Ну да. Ты довисаешь, он тебя сшибает. Это да. А если это не допускать, блин, вот. Смотри. Их 500. Потому что вот эта вся херня против, так сказать, мессера готов? Да, поехали. Поехали. Ну да, кстати, вот здесь капот прям четко видно на этом. На лаве. На любом самолете, кроме. Ай-яй, ты как так? Мы же вроде ты подставился. Мы же вроде не сходились, бы я думал, вот только после этого можно стрелять. То есть вроде первое схождение. Как не сходились? Я развернулся и. Ну да, возможно. Да. Опротоковал. Нет, я в этом врезался в тебя, блин. Это целый самолет? Не, я стрелял, попал. А может винт загнутый, нет? Нет. Ой, блядь, тихомуха. Что, стильно?
Не, я просто хотел пострелять и понял, если я прицел доведу, мы столкнемся. Думал, столкнемся. А так вроде не попал. По крайней мере, я не слышен. Сейчас было просто страшно. Ну зачем мою сторону вираж стал делать? Я не могу в вираже стоять, я мне проще, как ты говоришь, через прицел пролетать, в надежде, что ты промажешь. А если я в вираже встану, я стопудово проиграю. Нет, я имею в виду не то. Ты вот вроде как сходил, чтобы было неудобно тебя отвернуть, а ты взял мою сторону, развернулся, блин, и... Ну, чтобы вот таким вот прострелом тебя вывести, то есть у меня цель такая была. Что я понимал, что если я останусь в твоем, ну, в одном вираже, так скажем, да, то есть вправо мы стояли, я бы... Рано или поздно, все равно ты меня перекрутил. А так, видишь, хоть какой-то шанс вернуться есть. Да какой шанс? Вот. Вот опять вираж, и все, и у меня сейчас здесь полный затык. Ты не стой в вираже, ты делай такие маневры, чтобы мне под нос сунуться, блин. То есть сбить с прицела, потом делать какой-нибудь маневр, противоход какой-то. А то смысл в том, что видишь, блин, ты постоянно меня прицели скачешь, блин, постоянно получаешь. Блин. Это просто, ладно, я был такой. И ты, главное, четко так стоишь. Вот смотри, вот ты сейчас меняешь вираж, видишь? Не-не-не, вот. Вот в этом случае тебе надо менять вираж. То есть я на тебя начинаю дотягивать нож, блин. Вот, а ты с этим еще сделать не можешь, потому что у тебя скорость маленькая уже. Так я и говорю, вот, что я не умею. Вот тебе уже, вот я на тебя дотягиваю нос, тебе сразу надо менять вираж на противоположный. Под тобой просто прошло, видишь, четко все. Ого. Разгоняй скорость разгоняй сейчас сначала. Потому что ты же видишь, я не дотягиваю. Прятался под меня, да? Угу. Пожирочкой идем. Молодец. Ай, крутнул я прям крестом тебе. Видишь, неудобно тебе было вираж все переложить, блин. Вот только на меня доворачиваешь, сразу в другую сторону, да? Потом опять в эту уже, блин. Не, вот как выявиться в ножице вот эти, у меня более-менее понимание пришло, когда я на синих полетал. Более-менее как бы это... Не факт, что делаю правильно, но хотя бы я понимаю, что надо делать. То есть, раньше я передерживал вираж, так скажем. То есть, я передерживал именно вот это вот состояние, когда вот... Ждал, пока он за меня залетит, а надо сейчас чуть раньше разворачиваться. Вот это мне как бы, как мне кажется, более неудобно. Да, поехали. Мастер залетит. Но вот раньше я стоял в ножницах, да, и ждал, пока он... Вот я в правых стою, жду, пока он за левый бок залетит. После этого делал перекладку, вот. Потом, полетав на синих, я понял, что это очень поздно, и как бы... Перекладка делается в тот момент, как когда начинает доворачивать. Да. Вот это, так, вот это я как бы осознал. Следующая перекладка у него... А, ты уже вон. Следующая перекладка у него уже идет... Вот видишь, ты рад начал маневр делать какой-то, я тебе противоход сразу поставил. Потому что следующая перекладка у него идет с запаздыванием.
Здесь, конечно, да, сейчас опасно, Мишу, блядь. А что опасно? Это я. Видишь? Это я понимаю. Не выпускай закупки, старайся сейчас без них, блин. Ты же понимаешь, у меня... Ну вот, попал бы сейчас, ну. Косой. Мясо тебе поболее, блин, с этим закрылком. Ну сейчас я их выпущу. А ты уже не сможешь на меня подтянуть. Ну это понятно. Вот я выпустил, когда у меня скорость была уже 150. То есть я, в принципе, мог не затягивать так, но я боялся, что ты попадешь. Еще раз синхрон этот, хрен пойми, куда действительно смотрит твой нос. Что ты порой стреляешь, уже находишься подо мной, уже где-то в стороне, и после этого только стрельба отрисовывается. Ты еще и с закрылками все это делаешь. У меня была цель чисто вот их сбросить. Потому что на шести я некомфортно не себя чувствую. Я бы начал с тобой крутиться, я тоже крутился по. Ну да, да, да. Но вот здесь расчет на что? На то, что ты немного позже начинаешь сбрасывать газ и выпускать закрылки, и тем самым, имея большую скорость, проскакиваешь. Расчет вот на это. Верно он или неверный, это уже как бы. Раз проканает, раз ну, нет. Видишь, неверно почему? Потому что ты отпустил уже своего противника вверх, и все, ты ничего с этим больше не сделаешь. Это да, это чревато, конечно. Сейчас только ждать ошибки какой-то, если она произойдет. Так, конечно, начнут клевать просто, блин, и когда-нибудь попадут, блин. Ну вот это вот да, это у меня как бы есть, если ты не споришь. Я еще не нашел способ это победить. Сейчас не угадал, надо было. Что здесь, угадать? Не надо было тянуть. Я думал, у тебя нос чуть вниз, видишь, а ты успел его задрать. Ты ж должен понимать, что у меня постоянно, если я загоняю, вернее, на тебя довольно нос, у меня четкая скорость, и то есть очень управляемый самолет. Ну, нет, здесь как бы из-за тяжеления рулей может сыграть, ты не можешь его как бы не тянул, дернуть вверх. То есть над тобой пройти. Здесь... Запомни одно, здесь радиоуправляемые модели, блин. Ну, здесь да. пока не сделают этих перегрузок все, знаешь, как особенно мессеры, блин, любят. Туда-сюда сейчас ручкой дергать, блин. Это да, начал, это блин. Да. О, вот. Сейчас, да, ты ушел. Понял, что я хочу такую же штуку провернуть. Это твой, вот это сейчас смотри, маневр, да, вот ты сейчас ушел, видишь, я ушел в другую сторону. Хотел сначала перевернуться, потом передумал. Вот, и... Надо вовремя его делать, так сказать. Не дергай самолет. Вот пытался застрелить, дернул его и... Так сказать, надо иногда себя одергивать по поводу того, что
Я просто сейчас смотрю, что ты вот попытаешься противопоставить на древом самолете, блин. Ты че, я тупо обороняюсь, контратакую и все. Не понял, что-то попался? Ну как? Ой, у меня двигатель стал. Ну вот у меня единственное попадание было, оно в двигатель. Готов? Долго ты меня мучил, готов, поехали. Да я ж пытаюсь посмотреть, что ты можешь сделать. Зачем убивать? Это как, знаешь, я недавно подуэлился с одним, да? Кто? Давай подуэлимся, на лазер, кстати, тоже. Я говорю, давай. Я его тоже смотрел, мучил. Он говорит, что это ты, это самое? Давай, типа, стреляю. Говорю, ну как знаешь, блин. И нахождение сразу это. Бзинь-дзинь, блин. Я говорю, ну что, интересно, учился, говорю. Ну, записи тоже делал, блин. Так, я тебя откровенно потерял. И, ну, в задней полусфере, я говорю. Я вижу. Я мирманом развернулся просто, пока там. Вот надо еще смотреть, что противник может делать. Вот опять же ты меня облегчаешь задачу постоянно. Раньше времени поворачиваю крен, ты это мишень. Ты в мою сторону постоянно прицел поворачиваешь, блин. Зачем? Ну не знаю, мне так комфорт. Если я буду от тебя отворачивать, я быстрее проиграю, как показывает ты практика. Пойми, я просто очень плохо стреляю. Почему? Потому что вот с этой вот еще. Потому что ты прицель у меня висишь очень ровно и очень, так сказать, еще перекрутиться, еще бочку сделать, блин, и опять же на тебя зайти, блин. Бля, ты на 6 сидишь, это нормальная ситуация. Ну молодец, вот этот хороший, так сказать, маневр, блин, уход, потому что я не стал так делать, блин. Чтоб не оттормаживаться, блин. Ну, молодец, это получается у тебя. Ну вот, хоть что-то. Хрена ты раскорячился, блин. Ты что, щитки на все столы пускай? Ну, достаточно часто я тебя делаю. У меня палец залипает просто на кнопке. А.
Я сосредотачиваюсь на другом, и как правило они у меня, да, выскакивают на 100. Контролирует, стараюсь щитки, потому что, ну, сам понимаешь, против мессера это будет вообще задница. Ну вот, да. Че, у меня все? Еще летит. Блин, я с тобой заговорился, мне тоже забыл щитки убрать. Тоже на 100 их выпустил. Все, наверное. Нет, выйдешь. Выходит вроде. Ну смотри, что я делаю. Я разгоняюсь над землей, поэтому скорость держу. Потому что она у меня и так была, блин. Вот. Не иду никуда вверх, блин. Морковка неудачная. Почему? Нормально. Ну, повезло, да, обычно хвост отваливается после первого попадания, либо скорость пока еще не та. Все, он уже еле-еле рубится, конечно. Но. Ага. Ох, блядь, вышел. Надолго ли? Вот это у меня стрельба, конечно, не получается. За счет этого поздно начинаю. Или рассинхрон здесь на берлоге такой, блин. Не, на рассинхрон считаю здесь достаточно. Все, у меня перегрев дикий. На. Готов? Поехали. Исхождение, это как-то вот его поэнергичнее надо делать. Вот я вижу, что ты уже делаешь, понимаешь? Вот, типа, выше меня вроде как. Я еще вообще ничего не видел, ой, не, да, делал. Я просто, да, смотрел. А я уже у тебя в заднем сфере. Смотрел и за уже... тобой. Потому что ты под капотом ни хрена не видел. Старайся найти перескольжение противника. И вот, теперь я стою постоянно за тобой. Вот. Держу дистанцию, да? То бишь, я разгоняю скорость в горизонте, а ты сейчас все равно сыпаться начнешь, блин. У меня будет уже скорость, и я в это время поймать его прицел, блин. Ну, эту фишку, да, я помню, знаю, поэтому стараюсь, сейчас скорость тоже не терять. Я сам так сделаю с энергетиками. А как ты будешь его не терять, если ты используешь больше энергии, чем я? Потому что стоишь во внешнем моем кольце, а я во внутреннем твоем. Это никак не получится. Если ты не на более скоростном самолете, и то это бесполезно. Короче, ты меня сбил, я теперь заблудился, что делать.
типа так. Все, двигло уже, алло. Ну, я потому и вот вышел, я потому что, как говорится, на месте противника я даже не стал бы тебя и трогать уже бы. Ну, правильно, я бы так же сделал. Готов? Поехали. Поехали. Зачем рисковать? Ну, и, и столкновение, и шальная пуля, все что угодно. Уходишь, да, скажу, общее неплохо, в общем, но некоторые вот эти маневры, так сказать, моменты подработали. За стрельбой у тебя все в порядке вообще, блин. Единственное, что вот маневрики все подработать, чуть-чуть поэнергичнее делать и меньше щитки выпускать, блин. Вот опять это. Ты меня что, не видишь, что ли? Я вижу. Я не хочу через низ. А не надо через низ. Вот опять у тебя уже сзади. Я вот на это рассчитываю, что ты не смог дотянуть, а я. А я не собирался. Потом раз. Есть. Зачем? А я потом раз и тебе в задницу. Я сомневаюсь, что ты там не в задницу зайдешь. Вот, какая задница-то? Нет, ну, по крайней мере, мы не в вираже, для меня это уже плюс. Ты в задней полусфере меня так и прыгаешь. Вот эти. Ты что, я не в вираже, это для меня уже плюс. Не любишь ты виражи, блин. Вообще я не люблю. Потому что я не понимаю, как их делать. Если мне кто-то объяснить научит, я потренирую, конечно, буду пользоваться. А так. Пока до чего дошел, сам как бы. Олей. Этим приходится и довольствоваться. Потому что вся основа пилотирования, куда ни уходи-то, это виражи, блин. Ну вот я говорю, что надо, да, научиться их делать правильно, потому что меня все абсолютно виражи перестаивают, потому так скажем. В зависимости от них, вот видишь, я полубочку даже сделал, блин, и сразу зашел к тебе. Что это такое, что это такое? Вот, заднюю полусферу опять же. Вот, а теперь я буду сейчас стоять в вираже, тебя тупо выигрывать, блин, вот. Разгоняю скорость, просто-напросто вираже же, в этом же вираже. Какую скорость ты предпочитаешь держать? Вираж нужно выполнять таким образом, смотри. Во-первых, что я тебе говорил, шарик постоянно должен быть в центре. Но это и само собой, не он вот. В центре. А ручечкой сильно не перетягивай ее. То есть надо скорость, чуть отожми ручку, блин, не уменьшая крена. Вот давай, смотри. Вот я сейчас начну делать ее. То есть потянул чуть вверх. Ты на себя ручку тянешь, или ты вираж, чуть-чуть, или крен? Чуть-чуть на себя и от себя, и сразу от себя. Или ты крен уменьшаешь, чтобы он вверх пошел, а я ручка крен остается. Я вообще не уменьшаю. Я наоборот сейчас его больше увеличил и ручку отжал от себя, блин. Вот. Все, понял. Вот сейчас я наоборот ручку отжимаю от себя, поддерживаю педальками, чтобы в центре шарик стоял. То есть внутренний. Вот, разогнал скорость. У меня скорость 400 сейчас. Я пошел чуть-чуть вверх, сильно не дергай ручку, блин. Видишь, как я вверх ломанул уже, блин. Бля, теперь, надо потренировать. Теперь я ручку опять педалькой поддерживаю, отжимаю ручку от себя. Крен не уменьшаю, даже увеличиваю при этом. И соразмерно приближению земли я подтягиваю ручку на себя. Быстрее земля, быстрее ручка идет. Медленнее земля, медленнее. Видишь, у меня скорость уже 420. Я опять вверх пошел, потихонечку, потихонечку, блин. Сильно не надо вот так вот, там вверх, как же, потихонечку, он сам поползет. Вот я вижу, что делаешь, раз, переложился чуть-чуть, креник убрал, вот, и тебя выпустил, так сказать, того заднего. Вот я разгоняю самолет на тебя, просто тупо, блин. И а мне при этом что делать, тоже разгонять? А тебе надо ручку, крен еще больше под меня уходить, потому что если ты сейчас будешь как падать, ты просто войдешь в мою прицелу. Вот типа как сейчас.
Все, я понял, что ты имеешь в виду, надо будет потом в офлайне просто потренировать эту хрень. И избавляйся, честно говоря, вот, а вот от этих дебильных манёров, так сказать, вместе он вообще не прокатит. Ножницы, Миша? Это не ножницы, я не знаю, что ты делаешь, или скакание в прицеле, блин, на щитках, блин. Вот. Ну да, может быть. Странно, почему не попал? Попал, что-то сзади шлепнуло. Чуть-чуть перекрутил. Передержал, да, вверху. Походу. Вот. Блять, попал в левое крыло, отвалился правый руль высоты у тебя, блядь. Да что-то отвалилось. Так, вот эту, да, ты мне мыслю, как бы, за, как это сказать, положил в подсознание, так скажем, да, зародыша. Надо будет это, потренировать, что ты мне вот сейчас объяснил. Давай еще раз. Потому что я пару маневров за тобой сделал, смотрю, у меня скорость тоже уже 400, когда говоришь, что у меня 420, но у меня там, может быть, 390 была в тот момент. С 300, кажется, считай. Сильно скорость не влияет, потому что у тебя есть еще расстояние, как минимум 400 метров, это полет пули, блин. Так что не смотри, что скорость 420, 390, это уже... Нет, я к тому, что у меня была, ты говоришь, у меня вот скорость 400, я глянул, у меня 300. Потом пару маневров за тобой сделал, у меня уже на 390. То есть я понял, что да, действительно, скорость-то она растет, по сути. А скорость, да, пару раз мне удавалось там кого-то, ну, того же Бира перестоять. Еще помимо этого, вот, сейчас, подожди, помимо этого еще, вот, допустим, смотри, есть определенный радиус виража, да? У каждого самолета он свой. Ну да, да, да. Вот, как его уменьшить? Тебе надо всегда уменьшить радиус виража. Вот как в форсированном вираже можно еще уменьшить радиус виража? Ну, ёжками, наверное. Вот именно, что или вверх, или вниз, блин. Вот этим ты еще, представь, радиус уменьшаешь этого, ну, да, виража. Да, 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 да. Вот за счет этого идет скорость, прирост скорости, блин. И еще уменьшается радиус. Готов? Да, поехали. Плюс пользуюсь радиаторами еще. Не, ну радиаторы у тебя сейчас 50%, я как бы их так почему-то и оставляю. Ну, 50 это, наверное, перегреется быстро, блин. Ну, может это потому что... Ну, хотя вот когда мы с тобой крутились, дуэли, пару дуэлей назад, да, когда прям маленькие прям скорости, прям на грани сваливания, вот тогда я их вообще открывал, потому что я понимал, что скорость они едят уже не так много. Ну, они же какой-то там, скажем, процент съедают, а ну, на обогрев, на перегрев действует сильно, если они закрыты. Сейчас старался не пересекать, как ты говоришь, плоскостей наших, то есть крылышки, да, параллельно, нос параллельно. Затруднить стрельбу. При этом ты забывал, что я с тобой, видишь, стоял-то. Ай, блядь. Держи, ай, держи, держи самолет. Всё. Просрал. Всё страшно. Сейчас ты должен круче под меня был уходить. Поздно. Потому что ты заметишь, что делал? Ты вроде как вверх лез, а опять стал внутренний твой вираж. У меня радиус меньше, блин.
И все твои вот эти старания, там прирост скорости, у тебя был прирост высоты, блин, все это шло на смарку. Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь, я тоже так делаю, когда кто-то пытается наверх улезть. Да, вот. Внутренний вираж любого мессера, и все, ничего он тебе не сделает, ну не будет огня. Вот смотри, опять вот ты пошел. Типа, ну ее, но ты опять неправильно пошел. Резко очень. Видишь, я сейчас в горизонте. Она... Ну, я уже не летун. А, ну я пробил, да, тебе что-то там сильно. Ну надо бы, да, потренировать эти ёшки. Чисто поехали. Самому поехали. И самое главное, не передергивай слишком ручку, не тяни на себя от себя. Вернее, на себя не передергивай ее. Потому что за счет этого все и проигрывают. Большинство. Потому что начинают как можно до пупа ее тянуть, блин. При... Не, вот это у меня как бы есть такой стопор, я боюсь ее наоборот не, тянуть. Вот молодец. Но... И вот педалями следите в это время надо за педалями. То есть пошел вверх, подержи педалькой внешней, подержи чуть-чуть его. Не в центре держи, а подержи, чтобы шарик в центре стоял, чтобы он не уходил вообще никуда. Как только вниз пошел, наоборот, передави его, то есть внутреннюю педаль дай. Ну, шарик все равно в центре он оставлять, в центре, правильно? Да, ты... Он, всё. Понимаешь, он смещается буквально на дюймы, если ничего не делать. А это, ну, за эту линию. Понял. А этого вполне хватает, чтобы самолет перекосило, блин. А ты вот этим додавливанием мелким, блин. Вот всё, я понял. Отжал ручку от себя, блин. Держу, блин. Скорость держу, блин. Пытаюсь разогнать, вернее, её. У меня скорость сейчас 250, блин. Я пытаюсь её разогнать. Вот разогнал её, блин, до 350. Я пока на скорость смотрел, тебя потерял, ну вот. Сзади, смотри, сейчас сзади. А, все, я вижу. Вот разгоняй сейчас скорость под меня. Видишь, я в вираже стою. Вот теперь поднимай нос, блин. Мне вот сейчас надо дистанцию разорвать, наоборот. Как я могу разорвать, блин? Я под тебя сейчас буду нырять. Может ты из леса. А у тебя разогнал скорость, теперь я пойду на Эмельман или на косую петлю там. Ну, в зависимости от этого. Чтоб ты, так сказать, не мог меня прострелить, блин. Вот, ты видишь, ты мне вираж, так сказать, режешь, блин, а я в другую сторону пойду сейчас. И ты должен в это время вот зависнуть, блин. Вот. Мне самого он сейчас разорвать с тобой опять же дистанцию. Я не лезу вверх, а иду в горизонте, блин. Так сказать, чуть маневрирую, а теперь газик ноль, блин, и вниз пошел. Ну да, вот это надо тоже испытывать. Сейчас, опять конечно, сложно тебе уйти, потому что ты мне говоришь, что ты делаешь. Я тоже. Ну, видишь, тебе неудобно. Да. Вот под тебя ушел, а теперь перед тобой выскакиваю. Вот это да, я тоже пользуюсь, как бы я понимаю, о чем ты говоришь. А просто... теперь опять под тебя пошел, блин. Теперь уже надо убивать. Все, понимаю, да, вот это я понимаю, о чем ты говоришь, просто у меня они затягиваются, как ты говоришь, типа избавляйся. Я пошел в заднюю теплосферу, но у меня скорости меньше сейчас. Я не собираюсь за тобой тянуть сейчас. Правильно, да. Здесь только сейчас контратаковать понравилось. Я подожду, пока ты сам свалишься, блин. Да. Здесь вот, я понимаю. Режу угол, блин, постоянно, блин. И жду, когда ты сам ко мне свалишься, блин. Могу нос поднять, блин, как-то не позволяет, блин. Выйти сейчас на атаку можно, но не хочется. Не, ну там можно, но ты, как говорится, если промазал, то уже все. Ну лови, да, я сам. Лови сверху, да, потом звездюлей. Здесь как бы риск такой. Раз, чуть под тобой прошел. Ну, все правильно, да, то есть. И так... опять, так сказать, ускорость я разогнал. Вот теперь буду тебя выстреливать. Закрылки убрал, блин. И резать тебе буду. И опять так же через низ. Ты
Газик прибрал, щиточки выпустил, чтоб теперь остаться сверху, блин. Сейчас я вот чуть отдал ручку тебя, разгоняю скорость. Сейчас поддерживаю педальки, ручку отдал, разгоняю скорость, чтобы удержаться, так сказать. Сейчас наоборот также отдаю ручку, поддерживаю педальками, держу самолет. Потому что вижу, ты на грани сейчас будешь сваливаться. Ну да. Не, это вот как бы молодец, все, не... все тоже, как бы я понимаю, просто я вот сейчас вот немного в ступоре, да, я не могу тебя пропустить вперед. У меня желание сейчас, ну как-то остаться, блядь, запизделся. Остаться чуть выше, то есть, чтобы ты подо мной чуть вперед прошел. Наоборот, вот это вот желание вот ненужное, тебе наоборот надо чуть провалиться, блин. Разогнать так скорость. Тогда я убегу вперед тебя, и ты тогда меня вообще расфигачишь. Ну уйдешь, я же тебе показывал, как я сейчас полубочками это делал. Нахрена ты мне крылья подставил? Я меня перевернул, ты свалил. Крутнуло, короче, прям. Вот сейчас, наоборот, ты висишь, понимаешь, ты вот этим висением, вот, только раньше надо было сделать. А теперь, да, резким переворотом, правильно, резким доворотом, опять что-то делаю. А ты вот висишь, даешь мне, так сказать, разогнать скорость, блин, а потом начинаешь... Ну да, да, да. Ты уже крыло, я смотрю, не хильские такие, mm-hmm. дырки, блин. Сейчас я буду тебя по-другому. Доворачивать. Видишь, ты за мной уже не сможешь так сделать. Вот, я сразу же перекладываю в другую сторону. И опять же теперь ручка от себя, потому что у меня, я знаю, есть высота, блин. Вот. Ручка от себя, я начинаю смотреть тебя. Вот, вот он, блин, а ты выскочил передо мной. Блин. Сейчас я не понял, почему я выскочил, а ты в прошлый раз нет, блядь. Все, теперь вот щиточки убрал, газик прибрал, чтобы реактивность на момент, газ прибавил полностью, сделал крен крутой, блин, и не довернул, видишь, ухожу наверх, блин. Ох, надо было стрелять. Да, вот, потому что если бы довернул, потратил всю свою энергию, мне это нахрен не надо. Ну да, это я понимаю. Это тоже надо отрабатывать. Не, это момент я чувствую, то есть я понимаю, что противник вот. Пытается сбросить скорость, чтобы меня пропустить, если у меня много, я так же, вот как ты, наверх ухожу. Все, сейчас да, двигался. Потому что в любой дуэли, вот я не практикую того, мне не важно, кого убить, блин, я могу и быстро убить, но мне это не интересно, блин. Мне интересно подрабатывать все эти самые, блин, тактики все, так сказать, чтобы правильно было, красиво убить противника, скажем так. Ты выпрыгнул? Да, у меня двигло уже все. Пойду-ка я курну еще раз. Вот, примерно так. Так-то, Жень.